Всем приветики, с вами Дейдара 2, а не один. И это утренний марафон, закрытая серебка. Я хотел записать видео, но что-то сорвалось, не знаю почему. Может, кто-то там написал или еще что-то произошло. Сейчас никого нет. Сейчас где-то без 8 минут до открытия. Можете посмотреть, как все закрыто кругом. Просто посмотрите вот. Видите, никого нет. Пустота. Сейчас вам покажу там. Идемте. Не бойтесь. Смотрите, никого. Пустота. Еще только все будет открываться. Так что приходите в Серебряный город. В принципе, заходите в наш геймзон. Сейчас рекламу сделаем, смотрите. Па-бам! Та-да-та-там. Вот так вот. Сейчас покажу вам игры наши. Неох видно, видите, For Honor, Resident, Mass Effect, Horizon, Overwatch и тому подобное. Идемте, для ПК тоже покажу, потому что ПК это тоже нормальная вещь. Не то, что Xbox, на который ничего не привозит. Также вон настолки там сзади разные, можете увидеть. И в принципе, ладно, покажу Xbox, вот он. Видите, на Xbox не такой уж большой выбор. Как бы по сравнению с той же PlayStation, вот смотрите, начинается, да, PlayStation, и можете увидеть, что тот же выбор намного больше. На PlayStation 3 так это вообще там завались дисков. Это же и Марио, и Луиджи, и фигурки, и чего только нет. Даже Donkey Kong вон. С вами Дейдара 2. Приходите в Ивановский геймзон, будем рады продать вам что-нибудь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, в принципе, если что, смотрите за новыми видюшками, которые я буду выкладывать. Всем бай-бай.